здесь в розыгрыше и в переводе на Мамаева. Мамаев дальше на правый фланг на Жаузинью, того опережает Чейников. Еще одна борьба и фалит Роман Еремин. Ну, не знаю, может быть, это такое визуальное впечатление. Мне кажется, что пока это важнейшее противостояние в центре поля. Все-таки чаще выигрывают армейцы. И это наводит на интересные размышления. Да, ведь есть такие споры, кто лучше, Вернблум или Каборе? По-моему, таких споров нет. Но если только у руководства ЦСКА и у руководства Краснодара, они могли бы поспорить, кто же из этих игроков получше. Но каждый здорово справляется со своими функциями. Козинский, Жаузиньо, Перейра. User joined your channel. Закидушечка на здорово. Жаузиньо, то ли на Смолова. Удачно сыграл Сергей Игнашенко. Привет. Именно эту передачу прервал. И мяч в руках у Игоря Акинфеева. Такой тихий. Вот уже второй раз Краснодар на чужой половине поля отбирает мяч. И можно сказать, да, ребенок уже спит. Все-таки игра выравнивается. Такой. Ну да. Краснодар, да, он проиграл ЦСКА в кубке. Но вообще Краснодар не стесняется играть с ЦСКА и не боится. В 9 матчах друг с другом было зафиксировано 3 победы ЦСКА, 3 победы Краснодара и 3 встречи совершились ничью. Но в первом круге Краснодар выиграл со счетом 2-1 на дубль. Что-нибудь. Армейцы ответили голом Алана Цагоева. И... Хватит. Что-то у вас пустынно. Кого нет? Так еще рано, сейчас зайдут. Да. Я что-то забылся там, погулял вечером, что-то. Смотрю, прихожу, как что-то написал, такое, точно я же тебе обещал. Ну видишь, уже подтягивают, сколько тут уже. Ай. Какое? 8 человек уже. Еще столько же и даже чуть больше, по-моему. У нас 17 или 19, что-то в этом роде, точное число не знаю. Было 39, так осталось где-то 17-19 человек. User joined your channel. Там параллельно можно еще футбол чуть-чуть посмотреть, как раз полчасика. Думаешь, будет так долго собираться? Ну, уже, я вижу, ждать. Уже идет 20 минут футбол. Так 8 уже игра-то. Время еще без 10. Гол Муса. Вспоминал о возможности, которую вспоминал Павел Заножин только что. И вот Ахмед Муса в объятиях Леонида Слуцкого. Возможно, мы в следующем году уже этих объятий не увидим, потому что Муса уже одной ногой смотрит на запад, и в частности на Туман Альбион. Поговаривает, что он уже чуть ли не договорился с чемпионом Англии, с Лестером. Ну а здесь он по-прежнему приносит пользу своему клубу. Ошибка Павла Мамаева в центре. Он пяткой сыграл неаккуратно. Перехват. И какой удар из-за пределов штрафной. Муса, когда он забивал из-за пределов штрафной, ты помнишь? Чисто типа правило. Если нападешь, наливал, а он во время войны отвалится. Чёрт. Все, типа, дело нет. Во время войны не отвалится. На 17-й минуте Павел Чути. 13-й гол Ахмеда Мусы. В этом сезоне. Нет, просто если война будет с другим, точно отвалится. Если не с ним, не знаю. Может, не отвалится. Если ты другим, то не пофиг. А? Если ты воюешь за другим, то не пофиг. Ну мало ли. User joined your channel. Чё все такие тихие? User joined your channel. Привет. Привет. Ну, добрый вечер. Забился в Ла-Коруньи, а Барселона играла 0-0. Так и на шину взял транс. 15 минут Реал опережал Барселону в турнир таблицы. 15 минут был чемпион. Да, Драгон. Вот. ЦСКА действительно чемпионы, это у нас не последний тур, а да? Предпоследний. В последнем туре армейцам играть в Казани против Рубина, а Ростов сыграет в Грозном против Терека. Я морально разбит. Показывает сейчас, что счет в этой лобовой встрече «Борьбе за выживание»
Пока ничейные 0-0 в Краснодаре. Ну и 0-0, как сказал Павел, в Ростове-на-Дону, где команда Курбана Бердыева принимает Урал. И на открытии арене также Спартак против грузинского Терека без голов. А у нас уже 1-0 пользу ЦСКА. И вот очень интересно, как сразу же отреагирует Краснодар, который так тяжело начинал... Привет. Сейчас на чужой половине поля краснодарцы. Газинский перевод в центр. Правый фланг напрашивалась передача туда, но сложно было... Лучи. Не вам скажи, что ты видишь какого-то. Я кружу эту... Что, я пилю хлопца? Да-да-да. Нет, ты чё? А надо. Надо его пилить, короче. О, привет, Деймос. А ты на ком? Да меня Нимов позвал на замену. А, ты на этом? Я хуй знает. Понял, понял. Короче, готовься к боли. Да, надеюсь, ты готов к боли, к унижениям. Расскажите мне. Там все нормально, чё? Какая боль? Подумаешь, пацана... 6 идеек открыто. А у вас сколько? Фу. То есть, ну, 3 ну, обычно 21 точно. Ну, 3 закрытых или 4 закрытых ветки? 3. 4 нет, еще помню, у кого. Пиздата играет, наверное. А у него ни одной. Я говорю, пиздата играет. User joined your channel. Коррупция 16, по-моему, или 18. Сколько? Нила, сколько у него коррупция? 15 вроде уже. Как, что там за дамы? Больше, чем суммарно у всех игроков. Зато ты сможешь попинать консул. Что это за дамы? Уже не сможет. Уже не сможет? Ну, значит, не сможет. Сможет, почему? Потому что ревела нет. Ну, позже сможет. Ажа. Как можно сделать 15 коррупций, блядь? Это же там все столько дороже стоит. То есть позже сможет. Думаешь, то есть Нике станет еще хуже, да? А ты думаешь, почему у него идеек нет? Потому что он по техам проседает. А. У него ж бьет то, что у него разница в тех. Сколько у него процентов? 25-20? Или чего ты взял? Какую группу? Создан игра. Анатолийцу. Просто не садись туда, чувак. Не страдай. Ишка, мне кажется, лучше справится. Ну, я как бы не настолько плох. Мне кажется. Точно да, создано. Да, а что? Да, не вижу. Просто ты неплох, но ты сядешь и будешь страдать. А так бы зашел. Фишка. Пацаны заходят. Чё ему страдать? Он на замену уже сел. Чё страдать-то? О, плюс. Как там сидел-то? Грендель. Какой там? Боже, блядь, я понял, почему там всё плохо. Там воин до конца. В отличие от ваших говнолит. У меня тоже воин до конца. Напал и сразу капитулировали. Напал и сразу капитулировали. В конце сессии у тебя воины, да? Ну я же 4 раза повоевал с персом на Османе. Повоевал. За одну сессию. Это же, по-моему, успех. 4 раза. Вот сядет Деймос вечно на Османа. Идет я на него. Я второй раз сажусь. Ну ты, я тебя последний раз только на Османе и видел. Я писал, короче, Италию, на самом деле. Ну Осман тоже писал, ладно. Я же тебе уже сказал, там хоть более-менее прямые руки и нагнуть все живое можно. Да там и так все играет. Да не, Осман что-то совсем изи. Осман изи, да. Ну я пострадал на Австрии, думаю, блядь, надо хоть чуть-чуть себе, блядь. Не, ну только если Мехмед умрёт рано. ЧСВ поднять. Вот если да, Османа изи пинать персом. Я хуй знает, я что, на персе пинал Османа, что Осман пинал перса, не важно. Ну я не знаю, от игроков зависит. Просто у тебя софата хорошего не было. Какой-то ой. Мистер Пинатель зашел к нам, бойтесь. Да нет, просто игроков зависит соседей, так что о чем речь. Хлопец, ты заметил, что он будет на месте Османа сидеть, по сути? Ой-ой-ой. У него сейчас янычары внепланово прокнут. Что ты заслал, пошли, блять, сука. Видите, бедного меня. Ливнул. Значит, не зайдя. Я последняя ваша защита. Хлопец, возвращение провинции. Я тебя, ты вот сколько у тебя варскор? Вас я СТР по пароль другой. СТР. Я так полагаю, у меня сейчас в районе Египте где-то варскор 150. Я надеюсь. Ну или соточка. Ты, кстати, в курсе, что сегодня египтянин будет? Ну вот. О, нет. Ты это, кстати, Деймос. Значит, Квин захватит весь Египет. О?
Деймос, захочешь раз увидеть, да, ну, блин, в игру зайдешь. Это больнее, чем если бы. Почитай идеи. Подожди, Египта. Я тебе погромче сделаю. Почитай описание идей Египта. Ну, просто когда в игру зайдешь, там будет у тебя минутка. Именно Египет создан уже. Ну, вот красная страна, Valley of the Kings. Вот, почитай описание ее идеи, оно доставляет. А, консул, так я что-то, он же маленький слишком. Да, никто его не сможет перейти. Он уже Израил хотя выпал, что ли? Так давно, еще проиграл. Там до сих пор доход 4, интересно, или нет? Не знаю. Сегодня, наверное, выпили от тираноида. Который тоже выпал из Райвела. Какой ты артист, господи. Почему? У Египта не выпал же? Чё ты переживаешь-то? Да, Египет, который с ним границ не имеет. Но почему не имеет? Будет иметь, какая проблема-то? Да типа Никита даст правки Египту? О, нихуя себе тут. Ну это уже какой-то гейст. Он же настолько ебанутый, что продал 3 самые хорошие провки Македонии. Почему бы еще и сирийские не продать? Ты знаешь, короче, блядь, я скажу, какие мои инструкции, блядь, на игру за Никею. Глотай побольше и не сплёвывай. Я угадал? Типа того. Ну. Это же великолепный размен. Разменять кучу говнопров где-то на востоке с семью развития на 3 богатейшие провки с МПЦ. Я бы по-другому играл, но ладно, это же я. Ладно, я внизу посижу пока. Так что? User left your channel. User joined your channel. Вы выгнали хлопца. Да как консул говнецом тащит, поэтому так и что вышел. Так чё у меня в главе, я не понял. Я бы по-другому играл, я бы всё-таки... О, Динамит пришёл. Не пытался не отдать. Ай-яй-яй. Видишь, теперь мы с тобой цветом сливаемся. Зачем ты пришёл? Чего мастера не выпилили? Потому что все ссались. Ну, Камеди пытался, но потом... Что он пытался? Он там сосался. Одну войну. Ну, он просрал одну войну и все. Надо было просто не посирать, он банкротство пошел и все. Потерпел бы малек, стоп-хит и все. Кем вторую воюет Македония, объясните мне, блядь. А Деймос на ком? Я на замене, блядь, сказали с инструкциями, короче, шестерить. Ну, обычно Македония посылает пацанов против Сиджука и Леванта. Почему тебя не пить Македония, скажи мне, Квин? Меня? Не знаю. Да, ты же на я хороший. Манкинг. Да, я няша. Меня и так пили. Так и Македония на помощь тебе выпилить. Когда-то у меня был Тироль, когда-то у меня был Милан. Фубы такие. Венеция тоже пробка была моя. Нагнули. А потом он напал на Анти. Нет, было после, и после они это были. А потом пришла испанцы, и потом пришли испанцы, да? Не, на самом деле, вот это рассуждать, типа, из текущей позиции, да, было анти-ошибочно пилить. Но если бы получилось, как я планировал, то тогда... Здорово, мои пилить анти было бы ошибочно. Привет. Чё, как у вас настроение? Мастер сейчас будет тащить нас. А чё, он ныть-то перестал, бля? Не знаю. Типа, бля, работа, нахуй, еще какая-то хуйня. Че, мастер? Ну, слабенько. Мы не верим туда. Да, что-то как-то мастер твой актерский. Пати карточку на мастера. Подводит. Да, братан, изи. Там уже две карточки, так что... Можно третью нормально, но я чувствую, он потянет. Открой фронт в Нормандии. Пидор, блин, именно батя нахуй наехал. Охуеть. Продамся за Париж. Изи вообще, приходи. Я не знаю, где ты сидишь, но, бля, приходи. Никея. Заебись, приходи, Никея. Все приходите, пацаны, на место, все хорошо. Шведский стол, норм. Да. Чё у нас просто восток пришел. Нормально? Не, ну чё, бля, запад тоже придет. За границей. Давайте так начнем. Мне кажется, сон норм будет. Квим, мне тоже приходи, хоть повесить. Не отдури, Квим, брат. Просто? Нет, ну, бабло, дайте. Боже, у вас еще жук игровой есть. Я же... Расценочки сказал. Он такой, типа, мёртвый почти. Кто, ну-ка еще раз, кто на нём сидит? Консул на нём сидит. Я на нём сижу, кто на нём сидит. А тираноид-то придёт? Кто ещё мог так сидеть страной, а? Никто, только консул. Кто там из-под шконки вылез, блядь? Я просто немножко вылез. Чуть-чуть. Не весело. Ты там в колонии-то хоть посочился, нет? Я, блядь...
консул, я, блядь, давно уже на стороне камеди сижу. Какие-то. А, ну да. За него просочился. Я как бы, вот как бы